В Ельниковской роще Новочебоксарск открылась спортивная площадка. Ее оборудовали в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Для жителей города роща – одно из любимых мест отдыха. Поэтому каждый новый объект, который там появляется, они встречают с воодушевлением. Валерий Николаевич в этот день хоть не в спортивной, но в прекрасной физической форме. А потому легко демонстрирует упражнения на снарядах. Пенсионер один из первых в городе еще до официального открытия опробовал новые тренажеры. Приходил сюда уже раз 7. Очень нужная площадка. Это вещь. Здесь своим весом занимаешься. На открытие спортивной площадки пригласили воспитанников спортивных школ города. Ребята с удовольствием перемещались со снаряда на снаряд. Тренажеры подобраны таким образом, что заниматься здесь могут как дети, так и взрослые. Вот здесь как раз это не для спортсменов, а вот для любителей, для пенсионеров, для, можно сказать, немощных. Кроме стандартных снарядов, на площадке установили теннисные и шахматные столы. Есть велопарковка. Осмотреть новую спортивную зону Новочебоксарска приехал и министр здравоохранения республики. Владимир Викторов не удержался и протестировал тренажер. По официальным данным, в Новочебоксарске более 42% жителей регулярно занимаются физкультурой. Поэтому городские власти рассчитывают, что оборудованная площадка пустовать не будет. Надежда Андреева, Михаил Солин, Вести Чувашия.